Главный постулат бывшего министра образования Фурсенко был такой. Послушайте внимательно, мы об этом уже говорили, но просто прислушайтесь. Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца. А сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатом творчества других. Это фантастика! Задача воспитать человека-потребителя, квалифицированного потребителя, который потребляет результаты творчества других. Кого других? Ну, кого других? Понятие воспитания вычеркивается из обихода. Мало того, и образование, и медицина относятся к сфере услуг. Что это значит?